Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Сегодня у нас на посмотрелочке игра из Steam под названием Bloxport. Игра у нас похожая что-то типа на Rocket League, только Rocket League, только там не, тут не машинки, а вот такие мужички с топорами, есть мяч, тоже нужно забивать в ворота, в общем. Посмотрим. Игра у нас от разработчика Hero Blocks APS, в жанре экшен инди спортивные, тролливали и ранний доступ. Она в раннем доступе, только я вроде получил, как бы сказать, доступ, да. Дали мне сюда этот. Я думаю, вот запишу, посмотрим, что за игрушечка. Тут на... работает? Работает, хорошо, отлично. Тренинг работает, потому что я только что сел записывать, прикинь, а ничего не работает, тупо нахер. Ну, воу. Воу. Здесь можно даже ботов менять. Ух ты, какой ты, блядь, викинг. Так, а джетбот, ты что? А что, и какая между ними разница? Плейтайм 580 минут. В смысле? Спид, скорость. А, так это их нельзя, я думал, можно их... не понял. Био. А что это написано? Смотри, 11 голов. Кто это 11 голов-то забил? Ага. Это пофиг, да? Так, скорость у этого медленная. У этого медленная, зато у него сила и жизни много. Здесь можно убивать, хорошо. Дальность и агилка. Этот у нас быстрый. Сука, ну, я так понял, им надо тупо убивать или чё? Давай возьмем этого, какая разница, попробуем. Это у нас тренировка, сейчас посмотрим, что за тренировка. Ой, ты, блин. Ты серьезно? Ты, вот это я так буду играть? Ха-ха! Шья! Блин, а можно на джойстике? Ой, так что-то работает, подожди. Ну-ка. Тихо, как бегать? Так, это у нас что-то не по... Это камера. А чё задержка-то такая? Хыщ! Хыщ, блядь! Так я не попаду, ты чё, серьезно? Ой, чё нажал-то? Выйди нахер. Да, блядь! А, стоп, а как это камеру-то вертеть? Он-то... Я... А, вот камера, да? Ага. Хорошо. Есть у меня суператака! Нифига. А как прыгать? Это тоже суператака. Как прыгать-то? Чё это? А чё это он больше стал только что? Это блок, я так понимаю, или что? А как на мяч-то поставить эту точку? Так, прыгать треугольник. Блядь, опять не та кнопка-то, сука. Почему это в опции-то заходит? Ага, это у нас по 250 пинг, что ли? Чё это? Что ты делаешь? Еба. А как на мяч-то поставить камеру? Слышь? Камфар. Магнит. А как работать-то? Слышь, вот камфар. Как ее переключить-то? Что-то... Ух ты! Какой-то суперудар, смотри, на единичку. Тут, походу, на клавиатуре будет проще играть. Да? А что у меня чувак уже голый? Рассыпался, что ли? 3, 4, Q. Q стрелять. А чё он рассыпается-то? Low battery. А как ее зарядить-то? А как зарядить батарейку? Ctrl них. Ctrl чё? Ctrl ходить. Shift бегать. А как батарейку зарядить? Где-то индикатор. А, low battery. А чё делать, чтобы ее зарядить? F. Чё магнит? Так, ничего не понятно пока что. FreeCam. R. Что это такое? Это на мяч камера. Окей. А как зафиксировать, как в Rocket League, чтобы... Может, вот это вот? А, вот, зафиксировал R, да? Может быть, тут надо стоять? Ага, окей, хорошо, восстановился. И чё? Так она с задержкой очень сильно. У меня задержка, пинг. 250 пинг. Я нажимаю, у меня... Бунь! Ага, конечно, с таким пингом ты что-нибудь сделаешь. Да это вообще нереал.
Р. Так, Р это я так бегаю, да? Да это вообще нереально, ты чё? Чё? Че? Капец, тут сколько возможностей. Так, это ты что сделал? Да! Подожди, гол, а я до этого тоже забивал, туда летел мяч, почему не засчитывали, что за хрень? Так, ладно, ну блин, с таким пингом нереально, вы чё? Это пинг, вот смотри, сейчас я, вот, нажал. Нажал, пустил, нажал, пустил. То есть видишь, с какой он задержкой это все делает? Вот чтобы не попасть... да-да, это она вообще не оптимизирована ни хера, ни разу. Так, quit game, ладно. Но я так понимаю, что с чуваками я не найду. Давай вот так найти матч. Может быть, будет кто? Но это будет нереально. Сквад. Сквад не работает. Custom game тоже не работает. Ну, вряд ли кто-нибудь, наверное, будет играть в это. Хотя, хрен его знает. Блин, ну что-то она очень сильно не оптимизирована. Очень-очень сильно. А, возможно, подожди. Возможно, cancel. Может, регион поменять? Давай на ЕУшку поменяю. Так, ага. Хотя подожди, а давай знаешь что? С ботами, с легкими. А нельзя, не работает. Почему ЕУшка не работает? Давай US West. Попробуем так. Switching to Region West. Смотри, play. 2 на 2 с EasyBots. А где EasyBots? Почему EasyBots нету? Почему с ботами нельзя просто тупо поиграть хотя бы? Ой, блядь, не то нажал. Почему с ботами нельзя-то поиграть? Давай это возьму, попробуем. И типа такой... Подачка, да? Хорошо, а чё у меня два щита? Так. Что за херь? А чё не забиваешь? Или тут надо сильный удар сделать? А, чтобы разбить надо. Надо, чтобы разбилось, короче, это. Понятно, короче. Надо, чтобы разбилось стекло. Я так понимаю, меня никого не найдут. А что такое сквад? Сквад не работает. Play, quick play. Вот, один на один. Так а почему ботов-то нет? Дайте бота, я с ботом побегаю, ну. Блин. Зачем так делать игру, что она не рабочая? Ну хотя бы сделай, ну, хотя бы... Если они выпускают игру, то хотя бы нужно зайти с разных там этих устройств и типа попробовать, работает он или нет. То есть ботов нет. Почему ботов нет-то? Написано, боты есть, почему ботов нет? Почему я не могу с ботами поиграть? No bots, да, вот это я без ботов буду играть. Один на один, смотри. Один на один, но я ставлю ботов легких. Значит, с ботами давай. Но нет, нихера. Ставит 2 на 2, 1-4, все. До свидания. Называется, блять, приехали. Это нереально, чтобы кого-то тут найти, наверное, будет. Я думал, сейчас так завертим, зашмаляем. Тут, а тут еще пинг под полмиллиона. Вообще класс. Да. Quick play. No bots. Да какая в херу разница? Bots, no bots. Что хотел посмотреть? Пинг хотел посмотреть. Тренинг. Давай возьму вот этого крутого викинга. Соло. У него 3 вообще. 160, ну на этом 169 на этом серваке. Так, этот слева бьет, этот справа бьет. На!
Блядь, куда ты улетел-то? А ты можешь высоко прям прыгать? Ой, летать можно, ни хрена себе. У-у-у-у. А что за эти способности? Смотри, получается, этот бьет вот так. Первый чёрт. Ага, вот что-то есть прикольное. Второе круголя вертит, окей. Третье что-то есть? А вот тройка, да? Нет, тройки нету. Кью, что это? Щит, что ли? А что он делает? Что за сиськи? Что делаешь, слышь? Прикольно, можно щит поставить. Здесь только долго надо стоять очень сильно. Тут если будешь стоять, тебя завалят. Здесь типа подходишь этим чуваком такой, да? Круто. Ставишь вот тут щит такой на кьюшку. Ставишь, нет? А что не ставит-то? Или тут нельзя ставить? Чё маленький стал? Окей. Уже начал лагать. Так, хорошо, а Е? R, R это у нас на мяч, Z, X. Чё это? Чё ты делаешь? Это блок. Комфор, комклу... Ага. Чё-то, блядь, непонятное, серьезно. Уже начал лагать, смотри, как жестко просто. Да она сильно не оптимизирована, в неё нереально будет играть, вы чё? Не в ту сторону, блядь. Это нереально в нее будет играть. 171 пинг. Кошмар. Что там такое? Я думал, кто-то зашел. Почему она стала лагать? Потому что я двое этих поставил. Двое ворот поставил этих. Или как они называются-то? Да это вообще... А что ты лагать так начала? Игрушка. Куда ты? Вроде пинг, короче, стал нормальный. Ну, то есть поменьше, чем там было. Лагает, смотри, как. Прям вообще жестко. А, два. Бум. Да. Не, возможно, игрушка может быть прикольная. Возможно. Он очень медленно бегает тут, конечно, вот эта жопа. Возможно, игрушка будет прикольная, но она... Ой, бляха, джойстик сейчас упадет, сука. Куда ты побежал? Ой, это я джойстик между ног упал у меня. Сука. И пытается свалить. Она сильно недоделанная, просто тупо недоделанная. Она просто тупо недоделанная вообще конкретно. Да, выпустили ее типа как бы в ранний доступ, то что можно типа потестить все дела. Ну, сейчас здесь пока никого не будет, я так понимаю. Очень сильно... А зачем мне еще энергия? Подожди. Может быть еще какие-то атаки есть? Так, это не работает. Как? Ну что тут еще такое может быть? Ctrl, Alt. Сейчас поклацаю что-нибудь. Не, ну это понятно. Так нет, больше нету никаких. У меня еще есть две полоски энергии, только для чего они? Ага, два раза shift нажимаешь, ускорение вдвойне быстрее. А, вот. Получается, подожди. Ага, вот это на двойку. А на однерку, смотри, не работает. То есть можно вот так вот идешь такой. Ага, с такими лагами пойдешь ты, блядь, нахер. Они еще куда-нибудь. Да, мощный удар был. Мощный, но слабый. Да. Короче, ну что тут? Нет, это пока что... Пока что она совершенно неиграбельна. Вообще просто тупо в труху. Типа ставишь вот так, да? Сразу блок. Короче, она неиграбельна пока что совершенно. Вообще просто тупо нельзя в нее играть.
Ну, то есть некомфортно, ни разу некомфортно. Что ноль? Все ноль, я один гол забил. Класс! Офигеть просто. Синие против красных. 1-0. Мы выиграли, все довольны, всем... Где? Кнопка quit, отлично. В общем, да... Вот типа так, ребятки, вот такая игра пока что супер-супер недоделанная, но уже как бы выпущена в доступ, чтобы на нее посмотреть. Очень сильно не оптимизирована. Да хер его знает даже как. Если попробовать с кем-то поиграть, там, например, против живого игрока, да, попробовать, возможно, было бы что-то нормальное, но как-то вот эти вот удары все... В принципе, не знаю, посмотрим. Может, еще когда-нибудь нее зашпилим, когда хоть какое-то обновление более-менее выйдет нормальное, чтобы по оптимизации. Ну, пинг 160, как можно с пингом 160 играть? Вы что, серьезно, что ли? Плюс, не знаю, может, кастомизация какая-нибудь будет этих викингов. Там, может, еще что-нибудь, ну и хрен не знает. Может, добавят вот это сквад, что-то там, кастом гейм, что можно будет с ботами поиграть. Вот почему? Это должно быть сразу. Это не, нельзя потом вкидывать. Надо сразу это делать. А не, ой, там мы потом добавим, вы сейчас тестируете. Да хрен ли тут тестировать? Тут тестировать-то нечего. Зашел, ничего не работает. Вот и весь тест, блин. В общем, как-то из... Ну, нормально, в общем. В общем... Когда-нибудь еще в нее зашпилим, когда будет какое-то обновление. Ну, в общем, вот так. Все, ребятки, короче, всем спасибо за просмотр. Ссылки на плейлисты всякие будут в обновлении, да, где-то там примерно. В описании, в общем. Да, всем до встречи в следующей игре, которая там у нас будет по списочку. И все, всем пока.